Всем привет! Сегодня буду готовить сливочную карамель. В сотейник с толстым дном всыпаю сахар. Он должен расплавиться и стать красивого золотистого цвета. Жирные сливки прогреваю до горячего, но они не должны закипеть. Чтобы сахар плавился равномерно, можно его слегка перемешивать. Весь сахар расплавился, стал красивого янтарного цвета. Важно не передержать карамель, иначе она будет горчить. Плиту выключаю и вливаю в карамель горячие сливки. Сразу начинается активное шипение, поэтому действовать надо аккуратно, чтобы не обжечься. Интенсивно все перемешиваю. Добавляю соль и сливочное масло. Перемешиваю. Чем гуще вы хотите сделать сливочную карамель, тем меньше добавляйте сливок. И наоборот. Если хотите получить жидкий карамельный соус, добавляйте больше сливок. Переливаю сливочную карамель в миску. После остывания она больше загустеет.